Вечер, эзотерическую практику для женитьбы. Дальше. Я сейчас об этом рассказываю. Почему женщина не является красивой? Почему женщина кажется себе некрасивой или кажется окружающему миру некрасивой? Я могу сказать, женщина, она в отличие от мужчины, имеет инскую энергию. Вот смотрите, электрический ток – это энергия, которая янская. Она сделала искру и ударилась. А что такое инская энергия? Это магнит. То есть магнит, который может привлечь к ней мужчину. И этот магнит, он может привлечь в случае, если женщина красивая. Но вы видели таких женщин, которая некрасивая и у нее много поклонников? Я таких женщин знаю. Они владеют элементом магнетизма. В чем он заключается? Он заключается в том, что эти женщины замечают красивое вокруг себя. Почему? Женщины видят красоту в тот момент, если женщина подмечает красоту вокруг себя. Таким образом, если женщина начинает видеть красоту вокруг себя, то окружающий мир начинает видеть красоту в ней, и мужчины начинают видеть красоту в ней. Если ей некогда, она не обращает внимания на красоту, а живет по принципу «мне нужно выжить», то тогда окружающие люди не видят в ней красоту. Все, конец. Вот так. То есть, мне же приходится выживать. Из песни слов не выбросишь. Если у тебя не хватает времени на то, чтобы видеть красоту, доказательства. Бегают мои дети, Слава и Маша. Слава подбегает, ой, какое большое дерево, оно, наверное, очень древнее. У него есть смола, ее нужно собрать. После этого Маша взяла палочку и говорит, ой, тут в смоле такие красивые какие-то букашки, они застряли, давай их быстро спасем. Ой, у этого дерева у него так пахнет кора, смотри, у него кора белая. Смотрите, он увидел то, что это дерево, на нем смола, ее можно собрать, а Маша увидела прелесть этого дерева в том, что там букашки, их нужно спасать, там есть смола, она желтая. Слава говорит, большое и сильное, Маша говорит, оно красивое и белое, и листочки. Почему? Потому что девочка должна видеть красоту, а мальчик должен видеть текстуру. Или качество. Именно это в жизни очень часто и происходит. Этим самым мы наделены. Мужчине не нужно видеть красоту. Мужчина, если ходит с женщиной, он смотрит на ее красоту. В этот момент его не интересует красота, которая вокруг него находится. В этот момент женщина может казаться в глазах этого мужчины красивой, если она до этого момента красоту видела во всем. В чем? В себе, в ногтях, в одежде, в обуви. В окружающем мире, в своих тарелках, там, в мыслях, там, в чем угодно. Чем больше красоты в женщине, чем больше она ее видит, тем она красивее.